Всем приветики. Пришла ко мне еще одна посылка из Китая. Что здесь написано? Made in China. Какие-то номера. И какой-то код. Я не знаю. QR-код. Я не знаю, для чего он. Вот. Для чего-то нужен. В общем, как вы думаете, что это такое? Сразу вроде непонятно. Хотя... Там уже из названия, скорее всего, будет понятно, когда я это выложу. А так, если бы без названия, вот как понять, что это такое, для чего это надо? Ну, это такая штука, в общем, для протирания очков. Она такая по бокам, ну, это как прищепка такая, да? Но здесь, именно по бокам, вот здесь вот твердое. И здесь вот какое. А здесь. Не, вот здесь вот твердо, а здесь посередине помягкое такое. И оно предназначено для того, чтобы протирать очки. Вот посмотрите на мои очки. И сейчас до протирания. Какие они грязные, да? В пыли там. Фокус. Фокус. Эй, фокус. А, в общем, вот какие они грязные. Видно какие-то капли, какие-то крошки. И сейчас мы воспользуемся нашей вот этой вот штукой. Я просто сжимаю и протираю. Именно для этого она и предназначена. Именно для этого я ее и купил. Ну, не особо она хочет протирать. Именно я имею в виду капли. Капли она не хочет протирать. Но при этом сами... Но теперь стало получше. Вот если сравнить, как было, да, и как стало. Стало вроде получше. То есть нет уже ни соринок, ничего. Но капли, вот эти вот капли, оно не протирает. Видно, что капли, засохшие от воды, остались. Но при этом соринок, такого количества соринок, вот как здесь. Здесь же, сколько вот здесь соринок много, их столько здесь было пыли, соринок. Видно, что их стало поменьше. Просто где-то чего осталось, может быть, я не достал, потому что форма у очков такая немножко такая наклоненная, возможно, поэтому оно не достало в каких-то местах, потому что оно-то вроде, ну, в основном оно же как бы тоже такое. Вот, но минус в том, что видны разводы, вон видны разводы такие, а это плохо. Ты когда одеваешь очки, эти разводы порой бликами идут. Когда смотришь на свет, на монитор, на что-то такое, идут блики от этих разводов. И чтобы их не было, нужно все чётенько протирать. А вот теперь, если взять тряпочку, у меня есть тряпочка. Вот она, тряпочка. Теперь обычная тряпочка для очков, которая продается специально. Протереть хорошенько. Я думаю, там уже этих разводов не должно быть, потому что я обычно тряпочкой протираю. И камеру тоже на телефоне я этой тряпочкой протираю. И вот сейчас посмотреть, есть ли там разводы. Нет, все равно есть. Все равно есть. Хорошо, я тогда сейчас возьму другую тряпочку. Еще одну. У меня есть еще одна тряпочка, вот такая вот. Именно ей я пользуюсь для протирания. Я всегда протираю очки. Раньше я протирал этой. Но потом купил вот эту черную. Черная подороже, чем голубая. Потому что она типа качественнее оттирает. Есть такой материал, такой как тряпочка. А здесь уже на черный как бархат такой. Вот, она дороже. Но она уже, я ей уже давно пользуюсь. Надо, она уже немножко затерлась. Нужно было бы новую купить. Вот. И я обычно черный протираю очки, а синий теперь протираю камеру телефона. Вот, и теперь если глянуть, это хорошенько с усилием протер. Теперь если глянуть, разводов по идее не должно быть. Потому что разводы мне всегда мешают. Ну да, разводов не видно. Даже где-то чутка и подтерлась, это как его называют, капелька. Засохшей воды. И разводов теперь нету. Вон, в углу остались разводы, потому что в угол я не заходил. Видно, вон в углу. Вот здесь вот разводы остались небольшие.
Но посередине уже разводов нету, чистое стекло. Теперь оно идеально чистое, ни крошек, ни разводов, ничего. Понятно, что капли засохшие, надо немножко мокрой тряпочкой протереть. Но именно разводов нету, оно чистое стекло. А разводы – это самое главное, поэтому если эта штука оставляет разводы, то она бесполезна. И эта тряпочка черная мне всегда помогает. Ни разводов, ничего. А сейчас вот второе стекло взять, вот оно все. А может быть, то, что я туда палец засунул, то, что, ну, пальцы же все-таки жирные, как бы немножко. Может быть, из-за того, что я засунул палец, жир с пальца остался на этой штуке. И теперь, когда я вожу ей по очку, по стеклу, то жир, который там был на пальце, теперь и тут остался. Ну, разводится по стеклу. То есть, может, я сам виноват. Может, нельзя было трогать. Хотя тогда как бы я узнал, что там. Хотя зачем знать? Ну, нужно просто протирать. Так. Ну, по идее, хорошо, если я сильно прижму, то есть, двумя пальцами. Прям как я тряпку черную. И посмотрим сейчас, как оно все выглядит. Ну, не, видно такие вот разводы. Ну, вот. И ты потом, когда смотришь через эти очки, у тебя прямо такое вот блики видны, такое вот что-то размывается даже в некоторых местах, потому что вот, вот тряпочка протерта черной. Ну, на угол можно не смотреть, угол я не трогал. Вот здесь, в середине, из края. Все чутенькое такое. И здесь вон аж видны такие разводы, такое вот протяжное такое вот. Ну, вот что это такое? Хотя, я не знаю, каково это. Сейчас попробую отдельно потереть. Ну, я потер тут немножко вне кадра. Вот эта вот штука синей. Ну, что хочу сказать. Все равно они остаются. Вон, видно, только блестит. Ну, я надел только что эти очки. Вот сейчас я их надену. В принципе, даже если включить свет, посмотреть на свет, эти не ощущается. Ну, то есть, вот сейчас я сейчас смотрю на лампу, на вот эту, которая светит. В принципе, нормально, что тем стеклом, которое протёрто тряпочкой, что этим, которое протёрто вот этой штукой. В принципе, нормально. Да, нормально. Чувствуется это просто, что, наверное, я уже придираюсь, потому что... Так, если взглянуть именно на свет вспышки... Ну, то есть, если через вспышку смотреть, то, в принципе... Ну да, вот оно видно через вспышку. Такое вот, идут такие вот блески, такие вот они переливаются. Видны вот эти вот штуки. А здесь, после тряпочки, такого, конечно же, не видно. Здесь все чистенько, чётенько, вот именно здесь, где я протирал. Здесь видны какие-то такие штуки. Оно со всех сторон блестит, как бы такое. Ну, видно, что что-то такое. А здесь только чётенько. Здесь вон такие блески такие идут, вон они... такими линиями переливается прям по всему стеклу. Но, когда надеваешь на глаза, то есть на вспышке это видно, что тряпочка протирает чище, чем вот эта штука. Но когда надеваешь на глаза, я вот сейчас одел, в принципе, да, одинаково смотрится, что левый глаз, что правый, который, то есть, ну, левый глаз я протирал тряпочкой, правый этой штукой, в принципе, одинаково смотрится. То есть правый глаз, я только вот этой штукой трогал, а левой тряпочкой к правому глазу, к правому стеклу я даже тряпочкой не прикасался. Одинаково смотрится. То есть я сейчас смотрю на лампочку блестящую. В принципе, нормально. То есть ничего такого неприятного. Попробую сейчас свет включить весь. Ну вот сейчас я включил свет весь. И вроде бы все нормально смотрится, ну так, если не приглядываться. Но вот если именно на лампочку смотреть, вот именно на саму лампочку, у меня там вот лампочка стоит, и глазом, если смотреть левым, который протёрт, более-менее нормально такой, только, да, почти практически. А этим, который протирала вот эта штука, иногда такие какие-то, ну типа вот небольшие такие вот световые, типа размытия небольшие идут. Ну, то есть как бы, блин... От лампочки лишний блеск появляется, которого не должно быть. Ну, такой именно по стеклу идущий видно такой. То есть видно, как от лампочки по стеклу
такие вот как бы блески такие полупрозрачные идут. А на том стекле, который тряпочкой протёрт, такое есть, но его меньше. А на том, где протёрт вот эта штука, чуть побольше. Но это уже такое, если придираться. Так, в принципе, более-менее... Если просто смотреть на комнату, в принципе, нормально более-менее. Если именно на лампочку, то по стеклу, которое протёрто вот этой штукой, такие вот световые как бы лучи немножко больше, чем на той штуке, которая протёрта тряпочкой. Вот. То есть, в целом, здесь же есть такая дырочка, ее можно повесить на ключи и носить с собой. И когда, допустим, я не знаю, чем-то загрязнились очки там или заляпались, и чтобы быстро достать, так вот, и... То есть... сразу же ее почистить. А потом уже, когда придешь в помещение или куда, где там уже все получше, посухо. Если, ну, то есть, если нужно именно такое, типа, экстренное протирание вот этим, достал, быстро протер и все, и пошел. А потом уже, когда у тебя будет время, уже тщательно можно протереть тряпочкой. Это уже будет, конечно же, получше. Вот. Такая вот покупка. На этом все. Всем покеда вам.